Хей, hey, окей, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Tales of the Borderlands. А смотреть, замерзшие деревья. Это третий эпизод, если вдруг что. О, я же могу сканировать, еще и туплю. Грибы осмотреть. Странно, эти не замерзшие. Круто. А теперь что это за грибочки? Так, анализ завершен. Балетус фабреце. А на ощупь очень холодный. Каким-то вином есть. С каким вином есть? Ни с каким. Они слишком холодные. Из-за генной модификации эти холодноустойчивые грибы стали ледяными на ощупь. А Брэд Малдун по кличке без языка советует не облизывать их. Следующий гриб. Крепидотус стиптикус. Размер очень большой. Съедобность, если сильно хочешь, то да. Мощность 60 ватт. Текстура мягкая. Так, ученые считают, что это грибы не хватает внимания, поэтому при людям он сияет ярче. Грустно. Анализ. Колония трубчатых червей, тип беспозвоночный. Внутренняя температура очень высокая. Пищевая ценность нет. Цвет синий, самый крутой цвет. Это запись, создана мужчиной, который только что пришел со свидания с явно свободной женщиной. Отвали, Барри. Окей. Давайте их сканируем. Так, мерзкое на вид растение. Царство. Растение. Тип. Маглинолиевые. Род. Цимбологион. Класс. Ниши. Вкус. Классный. Статус. Вымирающий вид. Это растение уникальное тем, что в нем отвратительно все. Сэр Хаммерлот. Саша. 2-4. Острая лощина. Аферистка. Состояние. Замерзло. Так, стиль. Богемный шик. Так, любимая детская книжка. Честер, пухлый Варкинд. Я всю жизнь прожил на Пандоре, но не знал об этом месте. Это еще ерунда. Видел бы ты, как Пандора выглядит Гелиоса. Красиво выглядит? Конечно. Как огромный древний бриллиант. Ну, типа, ну, ты поняла. Еще похоже на правду. Допустим, я верю. Дружелюбие поднимается. Ладно, идем, типа. О, туда! Блять, ну, робот миленький. Чухаем вперед, чухаем вперед. Кристаллы. Так, анализ завершен. Калиокристаллиум. Твердость невероятная. Стремление выжить огромное. Один из основных ингредиентов пандорского лекарства – обжора. Также эти сияющие камни используются как пестициды. Как здесь здорово! И как нам туда попасть?
I thought you destroyed everything, Atlas. Huh. Guess I missed this one. What would you have done if you'd found it? Reduce it to rubble, grind the rubble to dust, kill everyone inside. Возраст. The standard. Huh. I'm puzzled by the plants. Интервьюер побоялся спросить. Never seen any Atlas facility like this. Бывшим. Yeah? Снаряжение. Thinking maybe Аспис, теоретический щит. Работодатель. Атлас, бывший. Красавчик Джек, бывший. Отсутствует. Смертельно опасно. Рекомендуем избегать. Фиона. 29. Острая лощина. Аферистка. Внимание, ее защитит... Так. Ее защищает очень опасная наемница. Лучше к ней не подближаться. Следующий гриб. Высота. Высокий красота 3,7. Микролема. Мощности 60 ватт. Забыли разделить. Окей. По неизвестной причине, криптидот спускается с легкостью, распространяется по другим планетам. См пивом. Так, колония трубчатых червей. Тип. Беспозвоночный, высокий, фиолетовый. О, теперь цвет фиолетовый. Высший цвет. Эта запись создана человеком, который не спал с чужой женщиной. Бля. Купол. Как же нам туда попасть? Чё тебя сюда тэпнуло? Не, я со всеми буду взаимодействовать по возможности. What the hell is this? Что это за место? Your guess is as я не знаю не больше, чем ты. I don't like it. Мне тут не нравится, здесь все при атлантическим нахальством и высокомерием. Ага. Большие грибы. Гриб-ночник. Мягкий обоюкающий цвет гриба возникает из-за обитающих в нем радиоактивных паразитов. После судебных разборок со Смитом, Гиперион больше не продает грибы-ночники. Большие грибы. В моей жизни еще было ничего веселее, но с другой стороны, я живу совсем недолго, самую малость. А я Гелиос был вешалкой. А ведь шляпы всем нужны. Анализ завершен. Гриб, поющий в душе. Научное создание. Балетус музыка. Голос. Сопрано. Этот гриб начинает играть музыку, когда намокает. Из-за генетической аномалии он перестает петь, когда он так на него не смотрит. А, когда на него смотрят. Грузчик. Грузчик. Модель. Улучшенный бульдозер. Возраст. 256 дней. Состояние. Серьезные повреждения. Дополнительный пульт управления не найдет. Внимание. Объект подлежит утилизации. Согрит. Агортис. Функция удалена. Внимание. Если сотрудник Гипериона хочет жить, то он немедленно перестает проект Гортис начальству. А если не хочет, то пусть меняет... Так. Пеняет на себя. Хорошо проводите время, сумасшедший денек выдался, да? LB. Рощик, твои соединения держатся в. No problem. Как дела у моих любимых роботов? Ты за репетицию насел? Или о чем работа обычно говорит? Oil recipes or whatever you talk about? Yes, да, я узнал так много нового. О том, как ты разбил поддельный ключ, как ты потерял 10 миллиардов. Спасибо большое. Я не могу не рассказать о твоих косяках.
Хотел победить, что у вас все хорошо. День выдался трудный, согласны? Это точно. Ты же не с сарказмом сейчас говоришь? Почему с сарказмом? Без сарказма? Это радует. Я к такому не привык. Эй, роботы, как она? Ты нашел мое улучшение? No. О, понятно. Эй, я продолжу поиски. Мы его найдем. Такой радостный робот. Кстати, знаете, если что найдете. А я пошел искать улучшение. Так, исследовать. Эй, как нам тебя открыть? Давай только не в центр, спасибо. Так, анализ завершен. Ворота. Производитель Atlas. Модель Корда 21 век. И там еще иксики. Особенности модели. Шифрование данных Мгибиты. Гироскоп. Рычаг. Кардан 21 года. Лучшая защита для всех наших отверстий. Внимаем. Так, убрать обломки. Ну, же! Сначала я подумала, что это не галстук, но слишком длинный и запросил штаны. Да и вообще, я понимала, это происходит. Это и правда галстук. Я пришел к выводу, что у меня людей отсутствует чувство стиля. Какой кошмар. Может, сказать ему? А, я понял, к чему это. У него галстук в штанах, я понял. Thanks. Обо мне говорите? Лоудербай. Грошик. Гортис. Обо мне болтаете? Yes. Да. Ох. А твои галстуки? Точнее, no, okay, можно я... Не, спасибо, не надо. Мне все в себе устраивает. Бедные люди. Бедные люди. Поможете убрать? Йо, Грошик. Мне не поможет твоя помощь, амиго? Мой человек просит о помощи. Блин, у него пипец с ногой. Проблема. Вот здесь ты проживешь. Вон еще функционирует. Он пропаризирован, да. Надеюсь, он оклемается когда-нибудь. Когда статуя вода смесится, ну нормально. Обещаем, мы ему поможем. Ты волнуешься за него? Ты можешь волноваться? Я? Я робот, но человеческое мне не чуждо. Почему Вон был... Что? А, был наказан. Это не его вина. Наверное, я виноват. Поясните. У меня была возможность взять ситуацию под контроль, и если бы я ее воспользовался, может, Вона бы меня ранили. Этот тупой робот. Без обид. Без. Ну, с ним все будет хорошо. Совсем скоро он снова будет глупо шутить, а... Понятно. Этот разговор был записан. Ладно, хорошо, ладно. Друг, не буду тебя отвлекать. Alright, buddy. Продолжаю.
А это, знаете, робот чем-то похож из Звездных Войнов. Новый. Хороший мальчик. Я проверил. Глупый какой-то. Получилось. Вот прямо по курсу. Так, мне как-то не по себе. Все очень подозрительно. Больше вариантов у меня нету. Ну, давай кнопку. Я, короче, решил останавливать запись, когда загрузка идет, что времени не тратить зря. Там каких-то 5 секунд. Но все же. Когда как нас. У меня одно жутко метр зашкаливает. Что ты имел в виду? Нет, я не умею понимать стоны параликов. Паралитиков. Итак, мое улучшение где-то здесь. Прошу прощения, если здесь жутко. Жутко. Знаешь, хотя бы здесь раз обыскивать заброшенный салат красоты и с пушистыми. Так, жуть меня не пугает. Просканируй эту комнату на предмет опасности. Liberty magazines with pictures of them shopping, getting coffee and stuff. Gordis, when you said nearby, Tortis, когда ты говорила like улучшение неподалеку, а ты имела в виду, что оно в твоей комнате? Имею в виду, что оно где-то близко, но где именно, не знаю. Я не могла отделить точные. Let's look around. Давайте осматриваться. Find anything? Нашел что-нибудь, ну, типа того. Хотя это место и принадлежит компании Atlas. Здесь была какая-то база терраформирования. То есть здесь вышивали растения. А я думал, что вас, корпоративных работников, интересуют только обвалы. Во-первых, я не корпоративный работник, а во-вторых, каждый день узнаю что-то новенькое. А что насчет улучшения для Гордиса? Она здесь? Ну, здесь про него ничего не сказано, но многие файлы были удалены. А это уже что-то значит. Что там у тебя? Clothes. Одежда. Looks like someone was похоже, ее недавно носили. Any luck? Как успехи? No, никак. Зато Рис узнал, где мы находимся. Or at least what this place или, по крайней мере, что представляет собой это место ранее. Ты какой-то сверхъестественный биолог Атлас. Больше чем. Пошли улучшение для Гордиса? Well, пока нет, но мы ищем. Что, деньги? Yep. И очень много денег. Ну, мы взяли только 500, да, где-то? Понимаю. Скорее всего, нужно было сюда не идти. Давайте я облик сменю. А ну-ка, мне же интересно. Кому-нибудь нужно новое? То есть оружия нет. А кое-что еще можно вас заинтересовать. Ля. Инвентарь. 25 боеприпасов минус 25. С бесчисленным количеством карманов и пристроенной рукояткой для корпуса. Ослепительный стрелок проектирован для преступников. Так. Следящий за модой. Изготовляя из сырья кожи и гельс. Нихера себе, 500. А, тут для каждого? Пламенный феникс. Дисклеймер. Есть вероятность того, что представленный продукт не будет обладать огнестойкостью. Зависит от места покупки. Но в любом случае, на
спине есть действительно классный феникс. О, новая шляпа, слушайте. А, принцесса стимпанка. Даже если вы не носите носки, сшитые из золотой нити, этот наряд определенно заставит грязных завистников так думать. Модность элитная. Так, пустынные очки Року имеют встроенные наушники. Эти очки были спроектированы на базе популярных бандитских очков. Заглядение с улучшенным внешним видом. Защита от УФ, лучей и возгорания. Визор. Так, польза. Сомнительная, крутизна неоспоримая. Визор ZR позволяет владельцу выглядеть стильно и модным во всех электромагнитных аспектах. Вон. Эх, очки Гипериона. Вычисляет секунды. Поскольку политика Гипериона запрещает их бухгалтерам покидать рабочие места, было решено сделать комплексные вычислительные устройства в виде очков. Не, ну... Аполлон Визионера. Это глянцевые очки позволяют владельцу так взглянуть на жизнь по-новому. Ведь вы будете выглядеть в них просто зашибенно. Ну, а дополнение к очкам идет небольшой фонарик для чтения. Нихера. Так, Гиперион желтый. Энтузиаст. Твой новый живой желтый друг. Ради тебя он готов убить кого угодно. Старая маркетинговая компания грузчиков. МРД. Внешний вид покрашен на заказ. Знание ВИН. Идеальный выбор для торжественных событий, церемонии награждения и уничтожения ваших врагов. По последнему писку моды. Ваше здоровье. Равер. Некоторые кретины могут сказать, что эти привлекательные полосы безвкусны, но не слушайте этих хейтеров. А вы еще докажете им, как они не правы. Так, инфорезка Гипериона. Для сотрудников Гипериона нет способа лучше показать свое предназначение, чем замена ноид своих конечностей на эту красоту. Руби ломай с комфортом, а все остальное к черту. Киберпанк. А киберпанк – это черная элегантная рука с подвеской деталей. Гарантирует, что на вас будут обращать все взгляды, когда вы будете сидеть во главе зала, совращая или во время эпичного спора. Серебряный Центурион. Перезарядка 0 секунд. Стиль. Горячий. Для для кибергов с утонченным вкусом. Серебряный Центурион представляет стильную и проблемную руку, созданную под вдохновение от дизайнера Атласа. Если это вам вдруг нравится. Может, давайте я руку себе заменю? Я заменю себе руку. А ей куплю. Мне нравится. Hey, ребят, посмотрите на мою новую шляпу. Nice. Тебе идет? Я как раз устала от твоего старого наряда. Может, еще разок. Так, и купим руку. Ризу. Окей. Риз это запомнит. Are you sure? Вы уверены, что твое улучшение где-то здесь? Я уверен, что мое улучшение где-то здесь. Совсем рядом. Наверное. Мы найдем его. Это будет чудесно. О, спасибо. Значит, я продолжу поиски. А, значит, я был прав А, подожди, хотя... Ладно, давайте карту смотрим. Но, блин... Что окно мне не нравится. Думаю, карта такого тема называют чертовски подозритель. Что там? Карта. Какая карта? Неясно. Похоже, ее специально сделали такой запутанной. Ой, прикольно. Это карта сокровищ. Да, Гордис, что-то вроде того. Но я сомневаюсь, что эта карта куда-то нас приведет. Так что вряд ли она имеет отношение к твоему улучшению.
Окей. Так, по бабкам у нас ничего. У нас еще одна граната осталась. У нас есть пистолет и... И-и-ич. Что у нас еще есть? А у нас есть ничего. Atlas Extreme Lattice Atlas 5000. Он работает? А? Что? В Атлас работали продолженные кровожадные ублюдки, но латте у них получилось отмены. Нет. Черт, Атлас. Чертов Атлас. Падла. Посмотреть. Здесь ничего. Фруктики. Fresh fruit. Свежие фрукты. Здесь. Find something? Нашла что-нибудь? Yeah, ага, закуску с лова. Настоящую сливогрушу? А можно мне немного? Тарелки один объекты. Кто-то из этих для тебя. Но если хочешь подцепить какую-нибудь заразу, то прошу к столу. Странно. Мне кажется, здесь что-то... кто-то живой. Что здесь кто-то живет? Нашла что-нибудь? Пока нет. Это место меня тревожит. Почему? Это база Атласа. Но нас пока никто не пытался убить. Что случилось? А где наш робот? Гортис. Гортис. Don't kill me. Не убивайте меня. Без понятия. Прошу, не убивайте меня. Я всего лишь наблюдаю за вами. Всего лишь наблюдал и все, клянусь, я совершенно безобиден. Вам нету делать вас это. Отойди, но сейчас сдохнешь. Просто успокойся. I assure you. Everything's okay. Все в порядке. Если ты не хочешь увидеть нам в том, мы тебя не тронем. Thank you for that. Благодарю. Не часто встретишь таких разумных и интеллигентных людей. Он это запомнит. Somewhat intelligent seeming people. Hey there. Добрый день. That little robot. Этот маленький робот причина нашего визита. Где-то здесь есть улучшение для него. Его мы ищем. Well, I can't help you with that. Я не могу вам помочь, приятель. So, you should... Не имею о чем вы, поэтому уходите. Всем нам следует уйти. Продолжи свой путь, так сказать. I can leave right now, in fact, and if anyone вообще... asks, not that... Так, вообще-то я могу уйти прямо сейчас, а если кто-нибудь спросит, то и я утверждаю, что это случится, но мало ли, то я скажу им, что не видел вас. Anyone would, of course. But I'll tell them. I'll say I didn't see you. Hey, stranger. Эй, незнакомец, расслабься. Подумай в спокойном месте, где бы ты доверял людям. Давай, let's go back there together. Так, перенесем труп. Yes. Да. Yes. Да. Terrific. Чудесно. So, итак. How about you tell us можешь ты рассказать нам, что on? Здесь происходит? I just просто I О, ваш друг, он страдает от искусственно вызванного ожирения. Он парализован. Ага, отличный вопрос. Вон, почему ты с самого начала так сказал? Потому что техники он не парализован. Перекошенное лицо, блеск в глазах. Все это признаки токсинов под названием «Танатопсон». Wait, you've seen Погоди, this before? Ты сталкивался yes. с этим? Да, если вы позволите мне его осмотреть его. Well, then you can fix it. То есть ты можешь вылечить эту инфекцию? Right? Естественно, можешь. Ты же доктор. No мы не знаем, доктор ли он. Let's just assume that he is. Давай предложим, что да.
Help me get your friend on the table. Проходите мне перетащить вашего друга на стол. There, good. Вот, отлично. Bully, here we are. А вот и он. Actually, young lady, I could use your help. Юная леди, вообще-то мне пригодится ваша помощь. Would you take this, please? Пожалуйста, возьмите шприц. Yeah. Да, ладно. What am I doing? И что мне делать? You're plunging it into his heart. Воткните шприц ему в сердце. So, ну, what now? Что теперь? I don't know. Не знаю. Никогда не делал ничего подобного. Anything like this before. What? Погоди, что? Я думал, ты знаешь. Someone please. Народ, пожалуйста, плюйте мне в глаз и облишите его, облишите мне глаз. Ну же. Господи, токсин превратил его в безумца. Или в глазного фетишиста. У него не обезображено. Боже мой. Но укол должен ему был помочь. О, блин. О, вот это дело. Господи, как же это круто. Моргать. Ну, я рад, что он смог. Эй, док, погоди. Если это вообще твое настоящее. Нет, я назвал свое имя. А я еще с тобой не знакомился. Мне тоже быть такой подозрительный. Но ведь я помог. Ладно. Видите ли, я в бегах. Я потерял все. Жену. Сына. Кота. Правда, не в таком порядке. Сначала я потерял жену, потом кота, а потом сына. Поэтому жена, кота, сына. Никогда не думал стать профессиональным рассказчиком, ведь твои умения раскрывают перед тем, как Рис. Прошу прощения, я давно не контактировал с людьми. Возможно, разучился общаться. Поймите, я не сами скитался, страдая от одиночества. You must understand, I've suffered months of wandering, перебираясь из одного места в другое, сломленный, оскорбленный, бездомный, и я сюда добрался всего лишь пару минут назад, поэтому я попрошу вас уйти. Оставив меня одного со своими демонами, Может, ты с нами пойдешь? У нас доктора как раз нахватит. Первоначальная история, но я все равно ему не верю. Me neither. Здесь есть твоя одежда. I do. Я верю, это глупо с моей стороны. Я нашла карту, которую ты написал, исследуя эту базу. Понятия не имею, о чем ты. А, да ну. Значит, ты будешь не против, если я... Нет, не смей врывать эту карту, верно? Никогда не видел ее. Просто когда-то какая-то бумажка. Ты вроде не глупый человек. И ты, наверное, уже понял, что самый простой способ избавиться от нас. Просто-напросто сказать правду. Предложение принято, юная леди. I'll tell you what you want. Я расскажу вам, что вы. Follow me. Идите за мной. Я not a simple traveler. Простой спутник. Я жил здесь. The bunker within that jungle. Полагаю, в нем хранится важное вам улучшение. Хотели бы я рассказать, что здесь у вас внутри, но мне никогда не хватало смелости заглянуть туда. The problem, your problem. Проблема в том, что бункер охраняет жизнезависимый охранный пост Атлас. Isn't it always? Как всегда. If I were you, будь я на вашем месте, я очень рад тому, что так считался, я бы взломал вон ту охранную башню, which is there. I can get in. Я проникну туда и отключу систему безопасности, как два пальца. Не так уж это и просто. Но другого выбора у вас нет. Automated security system. Жизнезависимый охранный пост Атлас. А. А сокровище жопа. Ха. Какая там система безопасности? Гиперионис может взломать систему? Какая там система безопасности? Yeah, that's probably why no one calls it that. Hey, Reese. Эй, Рис, знаешь что? We're gonna disable Atlas's ass. Мы отключим жопу Атласа. So good.
угар. You sure you've never been inside? Ты точно никогда там не был? Quite sure. Да, мы же договорились больше не лгать. Рис, ты ведь сможешь взломать ту систему безопасности? Если вы умрете, да, хоть с закрытыми глазами. So we're done talking, ну что, мы закончили болтать? Теперь мы можем приступить к поиску улучшения? Фиона. Пока мистер Робот будет взломать систему безопасности, мы с тобой проникнем в бункер и доверим улучшение. Let's get this gorgeous piece. Будет это and get лучше, out of here, если вывалить huh? сюда, согласна? Ты и я? Класс. Это сарказм? You and I? Ты и я? Yeah. Да. Let's work together попробуем on this one. Okay, little update. Кстати, хочу поделиться, я чувствую себя ужасно. Совсем неплохо. Уверен, что я повредил нервную систему. Скорее всего, так и есть. Right. Thank you for that. Ага, спасибо за уточнение. Так вот, можно я останусь здесь? Никто не против? That's cool with everyone? Yeah. Ага, оставайся, okay. Я пойду с Ризом. There's a lot of stuff I can do, right? Я могу сделать много полезного, в смысле, у меня нет робота глаза, и я не натравлю убийцу. А еще у меня проблемы с обаянием, но все же полезен. Так, на предмет информации. Yeah, I can do it. Да, я справлюсь. I'll figure out something to do back here while you're gone. Have fun, everyone. А вы повеселитесь там. Наверное, будет круто. Hey, I got a job. Эй, у меня есть для тебя задание. Так, пойди в компьютер и поищи информацию про Атлас, Готрис и хранилище. You've come to the right man. Ты обратилась к нужному человеку. Ну, блин, надо, чтобы знать, он не считал себя покинутым или типа того. Типа такой, о-о. All right. Итак, все знают, что делать? Yeah. Ага. Like с таким то планом, то можем пойти не так. В принципе, ты права, что может пойти не так? Хотя ладно, давайте здесь я закончу серию. И следующее после загрузки... Блять. Итак, мои невероятные лидерские качества были незаметны, и мы с Сашей начали играть в кошки-мышки, пытаясь найти охранную башню. И как ты до сих пор не убился? Я вполне в порядке, спасибо за вопрос. Что спросил, я умею держать удар, Васкес подтвердил, хотя... Неважно. Вполне в порядке. Как выяснилось, ты не такой уж плохой парень. А потому что, когда я впервые вас увидела, то подумал, вау, неудивительно, что Гиперион сейчас в полной заднице. Ну, ты сама девочка не промах. Спасибо. Знаешь, а когда я впервые увидел вас на сделке с тем пресс-пошутом, то подумал, эти двое не знают, что творят. И ты не ошибся. Так, вы с ним были близки, чем Август занимается теперь? Вы с ним были близки? Он думал, что да, но на самом деле нет. August was a mark. Август был моей целью. Nothing less. Не больше, не меньше. Nothing less? Не меньше. I don't know why I said that. Не знаю, зачем я это сказал. Наверное, мне немного совестно. Проведи с человеком некоторое время, ты находишь в нем качества, о существовании которых не догадывался. Ну да. То есть ты хочешь сказать, что он обожал пушки? Exactly. Именно. Вау. Вау. Я помню этих осьминожек. It's just здесь so
Романтичные. Романтичные. Ничего. Ничего, я не сказал. Что ты сказал? Я сказал, что здесь романтично? Да. Так, я и думал. А я что? Нет, ты прав, просто это странно. Но если бы сказать это странно, я зависел от того, как... Будем надеяться, Саша это забудет. Окей. Не, на самом деле понятно, что у них идет романтическая линия. А это зависит от того, как нас посмотрит. А вон, погоди. Там штука, которую нам поручили найти. Yep. Ага. Вот именно сюда. Я ей показывал. Ладно, здесь высоко. Ты высоты боишься? Иногда. В основном, когда смотрю вниз. Тогда не смотри. Не бойся. Не дам тебе упасть. Okay, давай же. Благодарю тебе. Не так страшно. I believe in you. Я в тебя верю, Риз. Wow, you made that. Вау, благодарю тебе, мне не так страшно. Well, that's 'cause it is. Так, в общем, не странно. Right. Ну и ладно. Okay. Ну что ж, начнем. А прыжок мы сделаем в следующей серии, поэтому, ребята, или не следующий, либо в это, я не знаю, как получится, поэтому сейчас запись просто закончится.